Я хожу пешком. Правила дорожного движения? Нет, я их плохо знаю и не нуждаюсь в них. Ведь они написаны для водителей, а я пешеход. Я знаю одно правило на дороге. Жизнь человека, моя жизнь, священна. Поэтому, когда я выхожу на проезжую часть, все водители вокруг несут за меня ответственность. Если я иду, они обязаны остановиться. Если я неожиданно выхожу на проезжую часть, они обязаны это предугадать. Даже если я побегу на красный сигнал, они обязаны пропустить меня. Иначе будут отвечать. А я на дороге не несу ответственности ни за что. Таков закон. Потому что я пешеход. Я вне правил дорожного движения. Мне все разрешено. Пешеход. Самый беззащитный и самый загадочный участник дорожного движения. Его статус особенный. Никто не рискует на дороге так, как он. Водители уезжают на проезжую часть, защищенные железными латами, собственным автомобилем. Пешеход имеет лишь хрупкое тело из плоти и крови. Для водителя большинство ДТП заканчиваются ремонтом автомобиля. Для пешехода ДТП означает боль, травму и даже смерть. Логика подсказывает, именно пешеход больше всех заинтересован в том, чтобы избегать происшествий. Именно он должен скрупулезно следовать правилам. Именно он всегда должен перестраховываться, ведь на кону стоит его жизнь. Удивительно, но в реальности все часто оказывается наоборот. По статистике, в 40% ДТП с участием пешеходов виноваты сами пешеходы. Они бывают гораздо беспечнее водителей, чаще нарушают правила. Более того, зачастую они даже не знают этих правил. Пешеходы часто переходят проезжую часть в неположенном месте, ходят по трамвайным путям, пересекают перекресток наискосок. Существует расхожее заблуждение, что если пешеход совершил нарушение и в результате на него наехал автомобиль, то ответственность всегда будет нести водитель. Согласно Гражданскому кодексу России, статья 1079, автомобиль является источником повышенной опасности. Поэтому, если жизни и здоровью пешехода был причинен вред, автовладелец в любом случае обязан возместить ему ущерб. Однако, если ДТП произошло по вине пешехода, он сам взамен должен возместить ущерб автовладельцу. Представьте ситуацию. Пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте, попал под автомобиль. Водитель обязан выплатить ему компенсацию за лечение. Ну, скорее всего, пешеход просто получит выплату по страховке ОСАГО. Но ведь на кузове осталась вмятина. Кто оплатит ремонт? Поскольку правило нарушил пешеход, платить придется ему. А ведь если автомобиль дорогой, ремонт может стоить ох как много. Представьте себе шок пешехода.
Он лежит в больнице с травмой и вдруг узнает, что должен несколько сотен тысяч водителю, который на него же и наехал. Конечно, он считает это несправедливым. Конечно, он подает в суд, но суд становится на сторону водителя. И такова общемировая практика. За свои нарушения надо отвечать. Вопреки заблуждениям, пешеход рискует на дороге не только здоровьем, но и деньгами, порой большими. И снова водитель оказывается в более выгодном положении, ведь у него есть страховка автогражданской ответственности, а у пешехода страховой защиты нет. Так неужели люди, которые все это понимают, могут легкомысленно вести себя на дороге? Порой люди даже не отдают себе отчета, что по нескольку раз на дню оказываются на волосок от смерти. И тем удивительнее бывает познакомиться с пешеходами в реальной жизни. Многие из них каждый день пьют таблетки от давления, потому что боятся инфаркта. Они занимаются спортом и держат диету, потому что беспокоятся за сохранность собственного тела. Для многих немыслимо прыгнуть с парашютом или прокатиться на горных лыжах, ведь опасно. Да что там, иные боятся одни гулять по лесу, зайти в темный подъезд или посмотреть по телевизору страшный фильм. Так и хочется спросить, а когда вы днем бежали прямо под колеса и от верной смерти вас отделяли доли секунды, не страшно было? И человек, услышав такой вопрос, порой может ужаснуться сам себе. И вправду, как же я так? Душа человека. Сколько же в ней загадок. Да, пешеходы на дороге порой ведут себя нелогично. Почему? Потому что управляет ими не логика, не здравый смысл, а другие, глубинные, первобытные механизмы психики. Обычно мы их даже не осознаем. Но современные психологи знают, как эти механизмы работают. Всемирно известный психолог Эрик Берн утверждает, что личность человека может находиться в одном из трех состояний. Условно они называются взрослый, родитель и ребенок. В течение дня мы можем переходить из одного состояния в другое много раз, и наш настоящий возраст при этом не имеет значения. Мы находимся в состоянии взрослого, когда ведем себя по-взрослому, объективно оцениваем действительность и отвечаем за свои поступки. Мы превращаемся в родителей, когда поучаем других и принимаем на себя ответственность за них. И мы превращаемся в детей, когда перекладываем на других ответственность за себя, за свою жизнь, за свою безопасность. Кем же является пешеход на дороге? Взрослым, родителем или ребенком?
Ответ прост. Пешеход является взрослым, когда ведет себя ответственно, соблюдает правила и понимает, что его жизнь зависит от его собственных решений. И пешеход находится в состоянии ребенка, когда легкомысленно нарушает правила. Ведь тем самым он перекладывает ответственность за свою жизнь на водителя. Как в детстве перекладывал на папу и маму. Печальная правда такова. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, признает свою слабость, добровольно отдает себя во власть водителя. Водитель на дороге по определению находится в состоянии сильного. Пешеход не может нанести ему ущерба, а он сам может пешехода убить или покалечить. Наше сознание может думать что угодно, иметь либеральные взгляды, вспоминать законы, возмущаться. Но подсознание все равно понимает, водитель на дороге – сила, и у него власть. Как же мы ведем себя перед лицом силы и власти? Одни говорят: «Я свободный человек и хозяин собственной судьбы, поэтому я буду вести себя так, чтобы моя жизнь находилась только под моим контролем». Другие, а по статистике их большинство, столкнувшись с силой, тут же преклоняются и отдают себя в распоряжение новому господину. С одной стороны, они как бы говорят: «Делай со мной что хочешь». С другой говорят: «Отныне ты несешь за меня ответственность». Это происходит неосознанно. Внешне мы можем даже сердиться на водителей, кричать на них. Но внутри это психологическое состояние раба. Куда они прутся? Неужели они не видят, что я иду? Правил, что ли, не учили? Разве они не понимают, что если собьют меня, отвечать будут? Почему они даже не притормаживают? А вот я назло пойду и не буду останавливаться. Пусть скрипят тормозами. Мне надо перейти там, где я хочу. Это забота водителя, чтобы я остался жив и здоров. А собьешь — в тюрьму сядешь. Вы удивитесь, но социологи говорят, что на поведение российских пешеходов оказывает влияние многовековое прошлое. Издревле в нашей стране судьба человека постоянно зависела от вышестоящего начальника. Ему люди доверяли свою судьбу и от него ждали милости. Позже, в советские времена, всю ответственность за гражданина принимало на себя государство. Государство обязано дать тебе жилье, государство обязано дать бесплатное образование, государство обязано бесплатно лечить, государство обязано дать тебе работу, государство обязано платить пенсию. В итоге в человеческой душе укоренилось убеждение: кто-то всегда нам что-то обязан, а мы всегда готовы снять с себя ответственность за нашу судьбу. Это стало частью менталитета многих людей. Эту психологическую модель они невольно передают детям и внукам, и ее они переносят на дорогу.
И еще одна черта из нашего прошлого, которая сказывается на безопасности пешеходов. Серость будней, дефицит, отрыв от мирового мира моды – все это привело к тому, что большинство россиян привыкло очень неброско одеваться. Монотонная черная, серая, белая одежда делает пешехода незаметным на дороге. Водителю трудно среагировать, когда он неожиданно выходит из тени. Где вы, жизнерадостные цвета, которыми полны улицы городов в других странах? Где красное, зеленое, голубое, желтое? Ведь жизнерадостная одежда не только улучшает настроение, порой она спасает человеку жизнь. Антон Павлович Чехов когда-то написал замечательную фразу: «По капле выдавливать из себя раба». Кто мы в глубине нашей души? Рабы или свободные люди? Кто мы по уровню психологического развития? Взрослые или маленькие дети? Всякий раз, когда пешеход выходит на дорогу, он ставит на кон собственную жизнь. Если он перестраховывается и соблюдает правила, значит, в душе он свободный человек, который готов быть господином собственной жизни. Если пешеход полагается на случай и волю водителя, значит, где-то глубоко в его душе еще затаился, живет раб. И если его не выдавить по капле, потом может быть поздно. Я пешеход. Водители, которые не пропускают меня на переходе, это большое зло. Но и я, когда нарушаю правила, веду себя ничем не лучше. Жизнь – это самое дорогое, что у меня есть. Пора мне принять на себя ответственность. Пора понять, что если водитель наедет на меня и будет наказан, даже сядет в тюрьму, мне не будет от этого легче. У меня есть мои близкие люди, моя работа, мои увлечения. Мне есть ради чего жить, и я не стану рисковать этим, нарушая правила дорожного движения. Я свободный человек, и таков мой выбор.